Телекомпания «Новый век» совместно с радиостанцией «Голос Азии» и Министерством труда и социальной политики Тувы запускает акцию «Республика добра». Призываем жителей Тувы помочь землякам, пострадавшим от паводка. Многие семьи, чьи дома пострадали от подтопления, не успели спасти свое имущество и сейчас нуждаются в помощи. Стационарный пункт развернут в здании Центра мониторинга и анализа Минтруда Республики Тыва по адресу: город Кызыл, улица Кочетова, дом 35, телефон 230-34. В Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва развернут пункт приема вещей для пострадавших от подтопления домов. Стационарный пункт приема вещей создан в целях расширения форм адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации после подтопления домов талыми водами в поселке городского типа Каахем Кызыльского кожона Республики Тыва. В пункт принимаются вещи от населения организаций, предприятий, учреждений различных форм собственности, общественных организаций и объединений, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Вещи принимаются новые, а также бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии, хорошие, пригодные к использованию. Стационарный пункт развернут в здании Центра мониторинга и анализа Министерства труда и социальной политики Республики Тыва по адресу: город Кызыл, улица Кочетова, дом 35, телефон 230-34.